но этого достаточно, чтобы сделать покупки и чтобы получить их вовремя. Добро пожаловать! Ну и, конечно, дополняем эффектными аксессуарами свой дом, чтобы сделать комфортнее обстановку и нахождение дома. Сегодня вы выбрали для себя тюль, цветочный танец, танец цветов, эффект ручной работы. В несколько цветов на выбор у нас 45 оттенков. И вот цвет голубой, который на вашем экране отличается эффектным декором. Пришиты прочно и надежно, кроме вышивки на него еще вот эти вот полевые цветы. Ваш интерьер будет необычным. Вы подарите себе изюминку, вы подчеркнете ваш изысканный вкус. Юль, а вот тебя не удивляет случайная цена? 999 рублей! Слушай, я не сразу посмотрела. Я сейчас возьму свою лупу, через которую я смотрю фактуру ткани, и пойду разглядывать эту цену. Действительно, ловите свой шанс приобрести королеву гардинных тканей, роскошную трендовую органзу по самой уютной цене сегодня. Тюль цветочный танец. Это эффект ручной работы. Ткань выполнена, не ткань, а сам узор наполовину вручную. Это ценно. У нас с вами 5 цветов на выбор. Вы сможете выбрать под любые портьеры. На свой вкус, под любой интерьер. У нас и голубой, и бежевый, и коричнево-бежевый, и черно-белый, и коралловый. Я выбираю черно-белый. Мне очень нравятся вещи нетривиального характера. С органзой интерьер всегда будет особенным. Фантастика. Вот ты знаешь, а моя бабушка всегда пользовалась тюлем кружевным, обычным, из обычной ткани. Ей казалось, что органза а, дорого, а б, непрактично. Она же такая воздушная, такая утонченная. Вообще органза считается тканью дорогой, да, и особенно когда она снабжена декоративными элементами. Это еще повышает ее цену. Но ты же помнишь, сегодня коллекция тканей, элитных тканей по уютным ценам. Это специальное предложение для вас сегодня. Эта коллекция подобрана для того, чтобы вы смогли к Новому году без особых затрат освежить интерьер без ремонта. Давайте скорее уже прикасаться к этой красоте, знакомиться, смотреть. Я предлагаю это сделать все-таки с голубого, который мы показывали. Вот он в центре, но он потому что отличается от всех 5 цветов декором, который прикреплен еще и отдельно к вышивке. Цветочный танец. Вот Маришенька взяла на руку. Танец цветка. Это очень красиво. Похоже или на незабудку, или на василек. Ну, на полевые цветы. Вы видите, да? Он объемный. Он действительно надстроен над самой фактурой шторы. Юль, это... Я впервые такое встречаю. Ну, действительно, будто это вы делали вручную. Кувшинка. Правда, это кувшинка скорее, действительно, ассоциация правильная. И вот как раз этого цвета меньше всего, насколько я понимаю, да, голубого. Да, он заканчивается. 999 рублей цена, 700 рублей скидка, и вы не ослышались. Органза может столько стоить в день, когда мы представляем эту коллекцию. Успейте к Новому году. Юль, голубой, отлично. А какие еще у нас есть цвета? У нас еще целых 4 цвета. И давайте знакомиться с универсальным оттенком, который любим нашими покупателями. Бежево-коричневые тона. Это вот просто любимка, да? Потому что абсолютно встраивается к любым портьерам. Какого бы цвета они ни были, эффектным дополнением и гармонией является. И у вас получается законченный образ окна. А здесь чередуются как раз бежевые и коричневые цветочки. Чередуются. Такой молочный оттенок, да, и шоколадный. Так, давай получше, вот так. Ой, вот сюда какой. Мы вытягиваем коралловый цвет. Теплый оттенок. В данном случае тоже микс. Микс кораллового оттенка, это шелковая нить. Вообще вышивка выполнена шелковой нитью на специальном оборудовании, которое плетет жаккард. И также белая нить, она такая прямо, ну вот, как будто мороз рисовал, правда, на окошке. Очень нежно смотрится, не перегружено. Мне это очень нравится. Я вам как дизайнер всегда рекомендую вещи не перегруженные, чтобы было чуть-чуть декора, было вкусно, элегантно. Мне вот этот цвет коралловый сегодня идет. Да, тебе прям под ручки. Так, с голубым красавцем нашим, редким видом исчезающим, познакомились уже ранее. Теперь у нас с вами еще и бежевый оттенок. Какой нежный. Ой, я не могу, я бы назвала его шампань, а не бежевый. Но при заказе называйте бежевый, пожалуйста. Вы смотрите, какая это нежность. Это просто, ну, чудо. Давайте низ посмотрим. У каждого из 5 цветов особенная обработка низа. Во-первых, здесь погуще рисунок. Угу. Во-вторых, низ обрамлен так, что является не просто красивым элементом украшения этого тюля, но еще и укрепляющим, функциональным элементом и заодно и кантом утяжелителем. То есть здесь вот очень правильно, грамотно, да, дизайн. Дизайнеры собрали все вот свои хитрости для нашего комфорта. Очень красиво, а самое главное, надежно, да, краешек не посыпется. Добрались до моего выбора, хочу показать его во всей красе. Ой, так, здесь вот тоже вот кто любит
и построже, и элегантнее одновременно, да? Черно-белый настолько самодостаточен по исполнению, что вы можете использовать его как самостоятельный наряд для окна, например, для кухни. Юль, вот как хорошо ты все рассказываешь и как понятно. Остается, вы знаете, сколько у нас остается? Всего лишь 130 этих тюлей, 5 цветов. А в голубом цвете, Юль, у нас осталось, ты правильно сказала, исчезающий вид, 12 штук. Все, 12 тюлей в голубом цвете. Черно-белый выбор эксперта, Юли. Бело-бежево... Бежево-коричневый – это сочетание двух цветов, микс бежевого и коричневого. Коралловый мне очень нравится, ну и просто бежевый – это какая-то нежность. Ну, изюминка у нас сегодня голубой, ну так уж вы для себя определили, поэтому пойдемте детально рассмотрим. Покажу, очень интересно, конечно, выполнена конструкция полотна. Органза вообще красавица ткань. Ее называют королевой гординной ткани, она пришла к нам с Востока, из Индии, там знают толк в ткачестве хорошем. И здесь, по бережно сохраненным традициям, российские производители сделали для нас такое чудо. Ваш интерьер будет особенным, это правда. Вы станете самой лучшей хозяйкой в глазах своих близких, это тоже 100%. Голубой особенный оттенок, небесный, посмотрите. Да, а как тебе особенная цена? Я не устаю удивляться. 999 рублей, скидка 700 рублей. Наконец, органза доступна. Вы, может быть, еще не пробовали у себя дома. Ощутите, Юль, но все-таки в быту, в уходе, качество каково? И у самой ткани, и у этой аппликации. Тогда сначала о самой ткани. Почему мне нравится органза и почему она входит в класс элитных тканей? Так. Вот само полотно, да, основное прозрачное полотно органзы, оно выполняется из крученых, полированных нитей. Они очень прочные, несмотря на такую воздушность, невесомость ткани. Эта ткань в линейке прозрачных тканей для дома считается самой прочной и практичной. Она выдерживает спокойно машинные стирки. Дальше мы с вами идем на рисунок, посмотрим, что здесь. У нас с вами, во-первых, нить шелковая, сама по себе нить очень прочная. И она, это не вышивка сверху, это вплетенная нить в основное полотно органзы. Я переверну сейчас листочек. И мы посмотрим с другой стороны фактуру. Видите, она есть, она вплетена, закреплена. И дальше мы с вами еще посмотрим, сейчас выберу. Вот, например, цветочек, вот видите, да? И посмотрите, как он закреплен, да, чтобы вы видели с другой стороны. Это не приклеено, не сверху вышивка, а это все вплетено. Это надежно, поэтому смело стираем, но 30 градусов, да, чтобы не деформировать полотно. Юля, исчезающий вид, действительно тюль исчезает, их остается всего 100 штук. Но смотрите, наши хорошие, самые лучшие подарки для вас. Почему? Потому что это тюль из органзы, не каких-то там 2-3 тысячи рублей, а 999 рублей, вам просто никто не поверит. Вот возьмите прямо сейчас и наслаждайтесь. Это будет и лучший подарок себе, и невестке, свекрови, подруге, сестре, крестникам. Забирайте прямо сейчас.